старину люди верили, что это ожившие конские волосы. На самом деле это волосатики – самый страшный кошмар любого наземного насекомого. Ученые в недоумении, но отсутствие мозга не мешает волосатикам получить полную власть над жертвой и изменить ее поведение до неузнаваемости. Попав в организм жертвы, личинка проникает из кишечника непосредственно в тело, где начинает питаться. Волосатик настолько примитивен, что у него даже нет пищеварительного тракта, и питательные вещества он получает через кожу, но то, что произойдет дальше, вызывает недоумение. Полностью созрев в организме, волосатик непостижимым образом заставляет своего хозяина утопиться. Жертва под влиянием своего хозяина начинает судорожно искать водоем, в который бросается с головой. Это то, что нужно волосатику. Ведь только в воде он может продлить свой род, загубив чужую жизнь. В комфортной среде хозяин покидает свою жертву через ближайшее свободное отверстие. К счастью, ни один из видов волосатиков не интересуется людьми.